Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, с их работами. Гуань Юй, 907-1234 годы. Дерево, краска 241/165. Эта статуя отличается богатством отделки, усложненной фактурностью и полихромией. Она раскрашена в несколько цветов. В рассматриваемый период буддизм утрачивал свои позиции при императорском дворе. И скульптура, которую по традиции поддерживалась государством, постепенно уходила от духовных характеристик персонажей, эволюционируя к более утонченным, даже рафинированным образом. На примере данного изваяния видно, как неизвестный мастер увлеченно покрыл тончайшей, изощренной резьбой одежду героя. Гуань Юй – военачальник царства Шу, один из главных героев популярного приключенческого романа «Троецарствие». Ну, вот такое описание, небольшое, правда, я нашел в интернете, к работе Гуань Юй. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.